Я подключилась, чтобы попрощаться. Я еду к зубному на удаление корня и на удаление последний зуб, как зуба мудрость. Не знаю, как я это вынесу. Посмотри, куда он поехал. Джигит. Господи. На пробке, потому что. Естественно, попросила, чтобы меня Лолиточка отвезла. Во-первых, потому что я боюсь, я реально боюсь. У меня вчера вечером начала голова болеть. Сегодня утром я встала с головной болью. И, ну, мало ли, что со мной там будет, чтобы Лолитка была рядом. Если что, тетя на плечо. Ну, не, ну, правильно. В машину, да. Вы же меня после операции на глаза забирали сами, не я же одна помню. Ну, ты наш ребенок, а мы что? Ничего. Вроде как взрослые. Семья. Но все равно боимся, короче. Короче, прощаюсь. Не знаю, когда в следующий раз выйду. Мне кажется, мне сейчас сделают операцию, я буду неделю лишать страдать. Да, Лидка? Ну, нет. Не будет такого. Не будет такого. Ну, пока так. Пока очень боюсь. Так, мне уже сестра позвонила, говорит, как настрой. Не бойся, все будет хорошо. Короче, поддерживают, кто как может. Но мне это мало помогает. Я, конечно, благодарна всем, но... Не знаю. Так, я не трус, но я боюсь, да, Лидка? Такой месяц красивый, молодой. Хотела поснимать, у меня телефон... Не это... Не настолько хорош, чтобы снять вам красоту. Ну, ладненько. Не знаю, когда в следующий раз выйду. Лучше поснимаю вам наш красивый город, чем слушать мое нытье. Я вечером так давно не выезжала, Лолитка. Да, раньше как-то часто выезжали гулять, а сейчас... Сейчас у Людмилы вообще нету времени учиться, Лолитка работает. Короче, дети выросли, тетку не выгуливают. Так, время 18:10, да, ну мы успеем, да, успеваем. Погода хорошая у нас сегодня. Ну, вот эту неделю бабили, это и следующую, да, неделю пишут, что тепло будет в Пятигорске. Ну, я точно не знаю, но там в субботу или в воскресенье должно быть 24 градуса. Да. Комсомольский парк. Ругает ребенка, что он побежал за тебе. Да, дети-то, у детей такая специфика, они бросаются под колеса. Маме надо не ругать ребенка, а за руку держать. Тем более, сколько ему там, годика 2-3 было. Нет, другие, которые уже после. Там вот мальчик хотел тоже с ними резко, а потом увидели они меня и все. Ну, все равно, когда дети в таком возрасте, за них еще родители отвечают. Ну, конечно. Сейчас там... налево. Да. Ему лет 10, но не на парковку, а так просто. Не, не на парковку, да. Да. А теперь смотри, если бы я там свернула налево, я бы выехала через акварель вот сюда. Mm. Поняла? Поняла. Как я тебе хотела. Mm. Вот чтобы тут не стоять, поняла? Поняла. Чтобы такой круг не делать. А ты уже лучше меня, видишь, город знаешь. Сегодня сделала. У меня был точечный снимок, а сегодня меня послали на панорамный. Ну, не сегодня послали, он мне сказал, прежде чем ко мне прийти, сделай панорамный и уже со снимком приходи.
Мы приехали после стоматолога. Я ем сладкое, а потом лечу зубы. Это меня Лолита успокаивает мою нервную систему. Потому что, ну, сегодня зубы мы не лечили. Тут музыка, наверное, будут банить. Зубы мы не лечили, мы сняли слепки сегодня. И он мне дал прескурант цен. Там такой ценник, девчонки, я продаю почку. Кому нужна почка, обращайтесь. Он сказал, возьми прескурант дома, ну, подумай, переспи с этой мыслью, а завтра, если надумаешь, позвони, ну, чтобы записаться на следующую процедуру. Ну, я действительно решила дома еще раз подумать, или переходить на мягкую пищу, или лечить дальше зубы. Нужно хорошо подумать, да. Это такая дорогая процедура. Но я знала, что дорого, но я не знала, что это настолько дорого. У меня одна коронка и два импланта. И что еще, Лолита, мне насчитала? Одна коронка, два импланта. А, и два удаления. Один удаление. Я прям это, всю свою медицинскую карту раскрываю. И два удаления зуба. Один корень, где у меня штрих был, и второй зуб мудрости. Он у меня наклонен немного. И чтобы ровно поставить имплант, его тоже нужно удалить. Подумаю сегодня еще. Завтра утром он сказал созвониться и дать ответ. А пока... Американо с... У тебя есть влажные салфетки? С макаронцами. Мы не знали, что заказать. И заказали все. И сырники хочется, и макаронцы. И, конечно, очень вкусный в рабусте шоколадный круассан. Кстати, они чуть-чуть поменяли. Видишь, теперь посыпали. А раньше были... Да. Из этого. Это зависит. Лолита заказала воронку. Такой вкусный. Мне после Лолитиного кофе американо уже кажется чуть-чуть кислый. А, девчонки, много десертов, десерты все ппшные. Поэтому нужно гулять. Да, круассан из-за слоеного теста не ппшный, а все остальное ппшное. Круассан мы кушать, не будем, все остальное мы покушаем. Так, нам приятного аппетита. Завтра действительно пересплю с этой мыслью и вам скажу, буду я продолжать лечить ей зубы, сколько лечения мне обойдется. Ну, завтра переключимся. Я еще в раздумьях.